Всем избранным должностным лицам, всем представителям власти. Мы, граждане Армении, солдаты и резервисты, матери и отцы, сыновья и дочери, представители диаспоры. У нас нет политических амбиций. Главное, что нас сейчас волнует, это создание сильной армянской армии. Мы не должны допустить, чтобы повторилось то, что случилось с нами в прошлом году. Мы убеждены, что только выяснение истинных причин произошедшего на войне и до нее позволит в полной мере отдать долг перед героями, положившими свои жизни во имя защиты нации. Именно по этой причине мы требуем от правительства и Национального собрания Армении создания независимой комиссии по изучению обстоятельств войны, которая будет состоять из лучших мировых военных и политических экспертов, способных провести полноценное профессиональное расследование. Мы понимаем, что без правды о том, каким образом мы оказались перед лицом трагедии, невозможно начать настоящее крупномасштабное реформирование Армении. Мы нуждаемся в честном диалоге об имевших место ошибках и провалах, без какой-либо пропаганды или истерии. Нам необходимо хладнокровное мышление, решимость, сострадание и настоящее единство. Только тогда мы сможем сформировать эффективную модель развития нашей страны. Нашей целью не является участие в политических играх, а также поиск предателей в пользу той или иной политической силы. Мы отказываемся принимать сторону какой-либо из предыдущих или действующих властей, политических партий или бизнеса. Комиссия по установлению истины должна быть полностью независимой и беспристрастной, отражать требования общества в честном расследовании, свободном от влияния пропаганды любых групп интересов. Мы должны быть уверены, что члены комиссии не связаны с предыдущей или нынешней властью или какой-либо политической силой. Наши требования обусловлены следующим. Необходимость создания современных вооруженных сил, в которых нашим солдатам, мужчинам и женщинам больше никогда не будет ставиться задача победить в войне 21 века с оружием 20 века и средневековым самопожертвованием. Родители не должны отправлять своих сыновей и дочерей на войну без надлежащей подготовки, оборудования и в условиях отсутствия компетентного командования. Нам нужно иметь вооруженные силы, способные защитить границы страны и обеспечить физическую безопасность всех, как в Армении, так и в Арцахе. Необходимо создать военно-промышленный комплекс, способный производить эффективное современное оружие. Это сократит зависимость наших оборонных систем от иностранных поставщиков. Необходимо внедрять меритократическую культуру карьерного роста и подотчетности в армии и в обществе в целом, при которой только самые компетентные, талантливые и целеустремленные люди смогут получать командные должности и полномочия. Соотечественник, если ты разделяешь наше стремление к созданию современной армии и нового армянского государства, подпиши эту петицию и потребуй от правительства Армении создать комиссию по расследованию обстоятельств войны. Это будет первым шагом на пути реформ Армении.